Меня зовут Шадия Курбанова. Я студентка второго курса управления талантами и человеческим потенциалом в организации ВАУЦА. Это первая программа в Кыргызстане, которая готовит специалистов в HR-сфере. Одна из причин поступления на факультет была возможность уехать за границу. Третий семестр своего обучения я проведу в одном из лучших университетов Латинской Америки, Университет Лос-Андес, Колумбии, Богате. Все расходы, связанные с этой поездкой, оплачиваются грантом ОСУН ВАУЦА. Во время первого года обучения мы узнали, как выявить талант, как привлечь их в компании, как развивать, удерживать и использовать таланты в организации. Программа очень интересная, разносторонняя, с отличным преподавательским составом. Во время обучения я также планирую пройти стажировку в ООН в Европе и усовершенствовать свои навыки на практике. Программа позволяет каждому студенту получить уникальный опыт в новой сфере, самосовершенствоваться и развиваться. Воспользуйтесь этой возможностью и поступайте на программу «Талант».